что? К нам приезжает зомби Гага! Ого! Я хочу купить билеты на ее концерт! Только не знаю, этот сайт тут можно брать или нет? А, это Бу-Йорк. Не пугай меня так! Вот, смотри, в наш город приезжает зомби Гага! Бери скорее, осталось 500 билетов! Беру! Слышь, Хоулин, а концерт же во вторник? Да. Точно, у нас же контрольная по истории. Наша учитель нас ни за что не отпустит. Что же делать? Я так хотела пойти. Как бы я хотела сейчас сказать, что-нибудь придумаем. Привет, девчонки. Цоралей. Да, это я. Клади, не могла тебя позвать в гости. Конечно, не могла, я пришла списывать домашку. Кажется, я слышала о концерте Гаги. Возьмете меня с собой, я отменю урок во вторник, и вы сможете пойти. А как мы можем тебе доверять? Да, поверьте, в этот раз все получится. Ладно. Кажется, без ошибок. Удачи, письмо. Достали уже. Ой, что это? Венди, пишем коротко и ясно. Если ты не отпустишь Хоулин, Твайлу и Торали с уроков, мы тебя заберем в свой космос на планету Коша. Инопланетяне. Это что же получается? Прилетит космический корабль и... Здравствуй, Венди, мы прилетели за тобой. Привет. Ой, Твайла! Привет, девчонки. Я все сделала, как и обещала. Сегодня идем, значит? Да, идем. Срочное объявление. Я лечу в космос. Читаем параграф 22. Чего? А ничего. Пока всем. Я вас очень люблю. Эх, так и не попасть нам на концерт. Я не виновата. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и пиши комментарий.